В Максатихе с канализацией очень сложная. Колодцы канализационные стоят почти по всей Максатихе. Вот такое положение дел. В этом колодце через 10 метров еще один колодец забитый. И вот что вот говорят жители. Вот Зинаида Ивановна, жительница. Вчера забила у нас целые колодцы этих отходов. Вот. Позвонили в управляющую компанию. Они нас отправили в администрацию, чтобы администрация решала этот вопрос. Раньше все эти канализационные люки чистила управляющая компания. Причем и каждый месяц. Каждый месяц забиваются у колодцы. Вокруг нашего месяц. Дома 4 колодца, которые каждый месяц чистит управляющая компания. А теперь отказались. Звоните в администрацию. Ну, говорят, что эта компания обанкротилась, по-моему. Обанкротилась не управляющая компания, а коммунальная, ЖКХ обанкротилась. А теперь нас не берут ни ЖКХ, ни администрация, да, ничего не решает. Звонили у нас. Вот. Через край потекло уже. А заявка принята. И все, да. И на этом все вот. Пришлось это отключить. Понятно. А дело в том, что когда идет обратка, все поднимается в первую квартиру, в четвертую квартиру и в третью. И фекалии заливают ванну, кухню. И каждый месяц такая ситуация. Понятно. Сколько можно это терпеть? А вот сколько дней вы уже звоните по поводу ситуации с колодцами? Два дня звоним уже. И реакции нет никакой? Никакого ответа. Понятно. Реакция есть. Звоните в администрацию. Так нет, мы звоним в администрацию, но они мер никакие не принимают. В администрации никаких мер. Вот вчера позвонили, что потекло. Заявка принята. Я думала, сегодня они приедут, что-то вычистят или чего. По сей день никто не принял. Понятно. А такая ситуация вот только у нас на адресе или где-то еще? Я звонила на телефон 112 в Тверь. Тверь потом отослала сюда все это. Вот и сказали, вся эта самая ситуация такая по всей Максатихе. Все очистные не работают. Эти пункты наши маленькие, они не работают. Короче говоря, Максатиха вся забита фекалиями. Ну, это известный фирменный максатихинский запах на въезде. На въезде как... вот этот фирменный запах Максатиху не проедет и не проспишь. Заезжаешь в Максатиху, пахнет говном. Да, вот это все есть. Ну вот, тут все стоит. Вот, и там вот все стоит. Да, оно везде, и там люк стоит. Тут то же самое, все стоит. Вот даже. Для того, чтобы не переполнились колодцы, жителям даже пришлось полностью перекрыть воду в доме. Вот сидим без воды. Да, нельзя включать, потому что уровень... Так вы, девушка, стирку прекращайте. Потому что, говорю, вся вот эта вода поднимается. Ну, у меня уже стирается. Мы не можем в туалет сходить. А я откуда знала? Мы видели, что целые колодцы. Ну, они приедут вычистить. Ну, когда? Через неделю, что ли, приедут? Да, через неделю. Ладно, они вопрос решают. Мы решаем вопрос. Вопрос можно решить, когда вот это все уберете, да? Сядьте за круглый стол и решайте вопросы. Делите там. Сначала надо убрать. Да, сначала убрать, а потом надо делить. Вот. А тут чего? Сливай, стирай до конца, до больше не Ну хочется. Вот, на этом запись заканчиваем.